самом деле. Суть-то не в этом. Суть в том, что в любом случае закон и то, что там написано, это лишь бумага. Право согласен. Существует в головах. И кто как его понимает, так и считает этим, так сказать, законом. Поэтому тут нет противоречия в чисто юридическом, таком научном плане, вот ты как говоришь.